6 июня первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник провел брифинг в школе единоборств «Шторм», на котором рассказал о наиболее значимых событиях предстоящего праздника «Россия-Донбасс», посвященного Дню России и Дню Святой Троицы. Мероприятие состоится 12 июня. Главным центром событий станет Соборная площадь, где разместится много спортивных и развлекательных площадок. Именно на локации Соборной площади будет представлено то, что организует Министерство спорта. Там будет проходить чемпионат и первенство Омской области по олимпийской дисциплине BMX Freestyle Park. Очень зрелищно, очень красиво. Любой пришедший сможет посмотреть, узнать, где можно отдать либо своего ребенка заниматься, может самому прийти позаниматься. Также будет у нас представлена федерация роускипинга, которая будет двигаться по всей Соборной площади и показывать, что можно делать с обычной скакалкой. Это тоже очень интересно. Я думаю, людям понравится. Федерация прикладного собаководства на сцене покажет свою интересную программу, потому что, как обещают ребята, будут очень послушные собаки, очень умные, которые покажут много всего интересного пришедшим мячам. Также будет выставлена федерация страйкбола с площадкой, соревновательной площадкой, где может каждый желающий также себя попробовать, принять участие. ДСАФ России по Омской области выставит свою локацию, где будет представлена сборка парашюта, будет показан дельтаплан, который в Омске есть. Люди смогут узнать, где можно этим позаниматься. Яркой частью праздника станет любительский турнир по ММА. Было более 30 заявок направлено от желающих принять участие. Отобрано 8 спортсменов, максимально подходящих для этого. Гран-при пройдет в весовой категории до 77 килограммов в полусреднем весе, как раз где выступает участник главного боя вечера Андрей Корешков в турнире, который пройдет 18 июня на Красной Звезде. Школа «Шторм» будет разыграна много призов, порядка также 50 призов, поэтому приходите. Завершит программу бесплатный концерт известного исполнителя Вадима Самойлова. Он начнется в 21:00 на Соборной площади.